Песня очень популярная в Бразилии уже давно. И, наверное, такой один из мировых бразильских хитов. Написал ее известный бразильский композитор Жорж Бенжор. Такой он Жор-Жор-Жор, такой вот у него имя. Называется эта песня «Машкинада». Причем как по-русски, так и по-бразильски, в общем, называется «Машкинада». Теперь она уже докатилась. Благодаря недавно вышедшему американскому мультфильму «Рио» она обрела новое дыхание в нашей стране. Хотя все часто, ее часто крутят и в каких-нибудь титрах после американских фильмов. И вообще крутят, где бы то ни было. Просто каждый российский человек где-то ее слышал. Thank you.